вещи, матрасы и танкисты. Приветствуем вас на канале Гамма. Реплейчики. World of Tanks. Блиц. Крик. Вот так можно. Оп. Дальше вот эту штуку. Вот все убрать. Потом можно вот так осматривать все. Зажав правую кнопку. Знаете чего? Ура, мы ломим! Гнутся шведы! Уходят. Уходят. Лови. Лови их. Вот такой шустрик. Лови. Уйдет. Уйдет, гад. Уйдет. От нас не уйдешь. Гитлер капут. Да и правильно. И то. Как ты любишь. Ну ладно. Что делать? Так, только с роботами можно играть, подставляться, спинку подставлять, бачок, еще спинку, еще. Оказывается, это эпидемия, когда... Да. Что-то пробивание было. Ага, ну ладно. Да, звонят по телефону, там девица позвонили, ты мать не любит. Так. Так, далее, я еще на контексте жизни. Ага. Ну, так же, сейчас эта история повторяется. Да. Ты на то что? Да. Куси дядю. Куси его. Что это такое? Разве это он? Кстати, это урон. Ну. Ура. О, ой, кто посмеялся? Нехорош. Века. Ой, второй какой-то. А мы не здоровики. Еще два автомата. О, что творит? Это ужасно. Это мелькание время для здоровья. Собаки, сделали бы что-нибудь, чтобы так не мелькало. Какого черта? Особенно достает леопард и лучик. Хорошо, что убирают эти самые пулеметчиков, барабанщиков. Нафиг они нужны.
ничего кроме лекарства. Вредного для здоровья подрастающего поколения. Лоботрясов. Последний кадр с уходящей натурой. Танки первого левела, к которым все привыкли, перестанут существовать. Особенно нагибаторов почему-то убрали. Теперь нагибать смогут только донатеры. Потому что им можно, они деньги платят. А всем остальным нельзя. Нельзя. Нет, нельзя. Нет. А за дополнительную плату можно. За плату можно, а так нельзя. Кто не успеет, тот опоздает. Взять нагибаторов. Но потом их порежут. Порежут. Хорошие танки переходят в разряд пум. Ой, куда откатите? И уходи. Будем скучать. Такие хорошие танки были. Т-18 и так далее. Лучик. Лучик тоже. Прикажет долго жить. Только в коллекциях сохранится. И все. Может, какие-нибудь акции будут устраивать, как недавние дети не спали 10 ночей и дней. Все пытались могильщика выиграть. Ужас, это такое издевательство над детским организмом. За что такие издевательства? За что? Надо в суд подать. Нельзя так уничтожать детишек. Детей. О, только мне одного нужно сбивать в захват базы. А почему? Потому что здесь половина ботов роботы. Но роботы разработчиков. Они даже в наглую не стесняются вот писать некие вот эти вот 2015 года. И не срывают. И ничего. О, сбили. 90% был захват базы. Ужас. Сейчас тут продули. А роботам все равно. Вот какие они коварные роботы. Бывает. Вначале, не знаю, как после обновления 5.5 будет, но сейчас я на новом аккаунте играл, до 6 ботов в одном матче, то есть фактически играешь один на один с игроком. Остальные роботы, которых любезно предоставляют разработчики. Такой ужас. Зачем это? Дурить башку. Дети. Опять же. Наш детишка. Зачем?
А, это будет захват базы. Я вспомнил. Ну, вот почему не сделать просто PvE режим, где можно будет упражняться, против роботов играть. Почему нужно обязательно дурить игроков? Что как вы играете с игроками, а на самом деле с тупыми роботами. Вот видите, видите, что творится? Сколько их живых? 5 человек. Якобы человек. Вот они все стоят, что-то ждут. 5 роботов. Недобитых. И 1 робот в той команде остался. Я бы хотя бы ник другой придумал. Ну зачем 2019 года? Ну, это 2019 день рождения этого робота. Или он с 2013 года играет? Сейчас покажу. Сейчас покажу вам. До какой степени цинизма можно дойти. Цинизма. Цинизма. Кто-то на первых уровнях мастера можно так просто взять. О, первый. На классности 1. Лучше, чем 95% игроков на этой технике. А почему? А потому что. Потому что здесь черт знает что. Видите? Дослуги. Нажимаю. И ничего. Потому что нет у него дослуг. Вообще. Лазеркит. Лазеркит. Кто придумал этот ник? Покажите его. Вот это человек. Мы его похвалили. И робота похвалили. Потому что мы молодцы. А те, кто дурят. О, это тоже человек. Чего он стоял? Чего ждал? Непонятно. Вот чем отличается человек. Вот. 5 звезд. Стабильный игрок. А стабильный игрок должен быть 3 звезды. 2 пустые. О! 2 пустые. 3 полные зелененькие такие. Здесь нажимаешь заслуги, и, пожалуйста, 12 боев. Тра-та-та. Техника, вот вам, пожалуйста. Всякая. Статистика. Ну, прелесть. Вот такой сволочизм. Люди, я любил вас. Будьте бдительны, в конце концов. Не давайте себя дурить всяким разрабом. Видите, что творятся. Т-18. Легендарная. Имба. Непробиваемая. Якобы. Почему теперь пробивается? Но если против третьего уровня, вообще-то нет. Немецкая противотанковая самоходка. Самоходка противотанковая. Пробивает в лоб. На вылет. Ничего. И ничего. World of Tanks, которые не пробивали. Только если сбивали гусеницу, карусели и зад. Контрольный выстрел в затылок. Вот тогда получалось убить.
Кстати, здесь не роботы. Здесь у нас не роботы. Здесь у нас все хорошо. Здесь можно вызвать этот сам какого-то. Ой, это что было? Ну, а, это мой гуляник так. Что это такое? Все время какие-то вспышки. Хотя бы придумали, как их отключать. Сволочь. Портят детям глаза. Детям. Наверное, у них... Программа компьютерных игр платят производители очков и линз. Глазных. Кто-то обходит? Нет. Все в порядке. Да. На втором уровне вроде бы нет роботов. А я на этом, на MS1 ездил. 170 баллов или около того. Еще какие-то арки больше не покупал, и все. И все. И все не сплошные победы. Там уж с роботами играл. Такая прелесть. Ой. Какой. За АТ-1. Советский такой нехороший. Честного американского мальчика убивают. Люди, спасите. Русские бьют. Эти русские, видите, что творят? И это тоже БТ. Или что там у нас? И кто? БТ-2. Нехороший. Вместо того, чтобы дать себя убить. Как они меня отряли? Однушки. На треть сократили жизнь. Изверги. Нет. Здоровье сократили. Отгадили. Говорят, что британка гадит. Оказывается, советские танки подгадили. Так. Ну, бей! Всё. Убил. А теперь будет захват базы. Почему? Потому что АФК. Или может его задание выжить в бою. Или задания теперь дают с 5 уровня. Вот мы выиграли мародера. И сразу получили возможность выполнять ежедневные задания. До этого фигушки. Может, даже и повторы нельзя было
сохранить до 5 года. Может, можно. Ура! Он так и появился. Ура! Что это такое? 211-220. Что это такое? Один. А, нет. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Та-да! Знак классности мастер. Присваивается игроку за мастерство владения боевой машиной. Для получения награды необходимо заработать больше опыта за бой, чем средний максимальный опыт за неделю у 99% игроков на данной технике. При 75 прокачанном экипаже и стоковой комплектации. Так, этих мы похвалили. И все они люди, что характерно, оказались. Да, роботов нет. Да. Может, у них роботы? Нет. Тоже люди. Игроки. Да. На чем он заработал эту штучку? Максимальный опыт за бой, общий миссионный. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А есть нет этого. А вот награды. Это маркер 2. Маркер 2. Т-46. Все. Молодец. Века стар. Стар очень. Очень стар. Так. Ну ладно. Так. Все. Всем спасибо. Мы свободны. Играйте в компьютерные игры и выигрывайте. Главное, берегите.